После ухода от Дарьи Месищевой за Павлом Деревянко закрепилась не самая хорошая репутация. СМИ то и дело писали о разных романах актера. Он реагировал на это не без чувства юмора. И у меня, и у Даши есть наша личная жизнь. У нас есть наши дети, которых мы холим, лелеем и воспитываем вместе. Идеальная семья с небольшой только поправкой. Мы не живем в доме под одной крышей, делился он. Однако недавно Павел и Дарья стали снова жить вместе, окунувшись в воспитание двух дочерей, Варвары и Александры. Девочки взрослеют, не за горами выбор профессии, но звездный отец не желает дочкам актерской участи. Павел Деревянко выстроил идеальное отношение с секс-супругой, буду счастлив любым их волеизъявлением. Лишь бы не становились актрисами. Говорю им так, актрисами только через мой труп. На самом деле, я не так категоричен, конечно же, но убежден, что хорошими могут быть только успешные актеры. А остальное – это страдания и ненужные переживания, отметил он. А пока дочери Павла занимаются спортом. В этой сфере актер предоставил девочкам полную свободу выбора. Они потихоньку занимаются тем, чем нравится. Старшая Варя, как я, берется за все, ни на чем не останавливаясь. Ее носит так же, как и меня. Пока только теннис, танцы, плавание, а в перспективе художественная гимнастика. Мечтает о воздушной акробатике. Увидела висящих под куполом красивых и извивающихся гимнасток в цирке и тоже захотела. Младшая Саша играет в теннис. На участке есть корт, где дети тренируются, рассказал Деревянко. Скоро семья артиста будет чаще бывать на природе и в свежем воздухе. Павел начал строить дом в Алтайском крае. В Алтай первой влюбилась Даша. Буквально год назад побывала там на йога-ретрите, выездной тур, и после этого все срослось само. Специально для приобретения этого участка я ничего не делал. Так получилось, что Володя Крестовский, солист группы Юма-2-Арман, Примстар хита, подарил 40 соток земли моей жене. Такой вот жест доброй воли. У него был там участок, который оказался ему не нужен. Так совпало, что я оказался в тех краях с близким другом и кумом Артемом Ткаченко. Мы поехали на детокс-процедуры в Алтайский Улутай, что в 2 часах езды от той самой подаренной земли. Приехали, посмотрели. И попросили компанию, которая занималась участком Кристовского, показать еще варианты. Как перфекционист, я выбрал лучший гектар. Потрясающая красота. Нам сделали хорошую скидку, я доплатил и вуаля. Потом мы съездили туда всей семьей и поняли, какой дом будем строить, поделился Павел с телепрограммой. Про